Меня зовут Горяченко Родион, и я представляю компанию Best Locations. И сегодня мы хотим продемонстрировать вашему вниманию нашу инновационную медиаплатформу Best Locations Global Industrial Game. Суть этой платформы в том, что она win-win платформа, которая объединяет в себе сразу несколько ресурсов. Это и онлайн-гид-путеводитель по городу, также это система развития блогинга, полноценная социальная сеть с продвинутой системой лояльности от компаний. Мы выстраиваем взаимовыгодные отношения между компаниями и клиентами и позволяющим удовлетворять потребности каждого клиента и также экономить его средства до 100% от стоимости с помощью прикольной игровой механики. Собственно, наша концепция идеально вписывается в концепцию четвертой промышленной революции. Мы используем автоматизацию рекламных процессов, а также системы производства и потребления. Аудитория нашего проекта, по большому счету, это каждый житель мегаполиса, ведущий активную социальную жизнь, который желает экономить свои средства, который желает получать скидки. Также это туристы, которые впервые приезжают в город и желающие иметь информацию о самых наиболее востребованных и значимых культурных местах и событиях. Блогеры, которые хотят получать новых подписчиков и заключать выгодные рекламные контракты. Мы решаем проблемы компании и клиентов. В первую очередь компании получают возможность удерживать и привлекать новых клиентов. Они получают полноценный инструмент маркетинговых решений. А клиенты получают возможность узнавать наиболее актуальную информацию о компаниях, получать скидки, экономить свои средства. На данный момент конкурентов у нашей платформы нет, но среди второстепенных конкурентов, занятых сейчас на рынке, это в первую очередь гиды по городу, такие как Афиша, Куда.го, это система купонаторов, такие как Беглион и так далее, система развития блогингов и социальные сети. Финансовая модель. Мы являемся краудфандинговой компанией, которая окупается за счет создания масштабирования портала с 500 лучшими компаниями города. Помимо абонентской платы от этих компаний, мы получаем монетизацию от трафика с YouTube-каналов, от размещения рекламы и эксклюзивные дополнительные услуги от блогеров из шоу. Также мы являемся полноценными СМИ. Взаимодействие компании с клиентов происходит через Omnichannel. Компании выдают промо-акции, промо-задания рекламные, клиенты их решают и получают вознаграждение соразмерно продаваемой пользе. Взаимодействие клиентов с компаниями также тоже происходит. Они получают вознаграждение, экономят свои средства. Нам необходим надежный партнер и инвестор, который посодействует созданию MVP, стоимость которого оценивается в размере $250 000. От инвестора требуется финансирование для быстрой реализации всего функционала и возможности интенсивной глобализации проекта на международный уровень. Собственно, наша команда основателей – это Майк Тайгер. Он сегодня тоже присутствует, вы можете задать ему вопросы. Специалист по разработке инновационных программ в сфере диджитал Сергей Махров и медийный представитель Родион Галюченко. Спасибо. Класс. Отличный проект. Спасибо тебе огромное.